29 сентября, проверка датчиков давления для Алексея, город Ржев, Toyota RAV4 XA4. Так, это освещение, к сожалению, не очень, здесь лучше. Так, вот они все 210-е, 210, 210, 210, 210. Так, приступим к проверке. Так, Toyota RAV4, 12-19 год, XA4. Так, проверяем. Так, вот он, датчик берем. Так, вот он ID номер, который 017 опять 11. Вот, перед тем, как монтировать датчики в колеса, перепишите где-нибудь на бумажке вот все ID номера. Это может потом пригодиться. Так, вот он, А511. Вот он. Есть. А4, Е4 окончание. А500. И А4, Б6. Все, вот они все определились. Все имеют ID номера разные. Вот, при получении эти номера можете сверить. То, что вы получили именно вот эти датчики, они проверили одни, выслали что-то другое. Вот, и повторюсь, вот эти все номера запомните, то есть они нужны будут для прописки в блок управления датчиков новых. То есть у кого-то вот такой прибор есть, который может это определить, кому-то нужно будет вводить вручную.